У меня Саня. Угу. Можно просто, да, спрыгнуть? Да. Просто прыгнул и все. Отдачи не будет, да, Лёх, никакой? Довольно такой приятный переход. Угу. Сейчас настроюсь. Лёх, сейчас прыгну. Думаю. Не надо думать. Прыгайте, ни все. О чем не думать. Все, да? Я отлечу, да, сразу на сторону этого. Все. Вижу. И первый раз, ребят. Понял, сейчас работа происходит. Сейчас я прыгну. Это здорово, на самом деле, ребят. Я прям благодарен вам, действительно, Юр, ты снимаешь. За это прекрасное время, что можно реально сейчас прыгнуть и обновить свое сознание и саму зарядиться энергией. Это так здорово, это так великолепно. На самом деле, я благодарю вас за сегодняшний этот прекрасный день, за эту возможность прыгнуть в первый раз. Действительно, я согласился сегодня. И это что-то новое в моей жизни. И я хочу действительно себя развивать каждый день, в каждом дне приходить к новому, становиться лучше. И этот прыжок я посвящаю действительно вот новому себя, энергии. Халилуя, в натуре, вот это классно, нахуй, вот это классно. Страшно, правда, сука, ну прыгать надо, нахуй. Я вам реально говорю, мужики, страшно, но прыгнуть надо, нахуй. Ну с мостика это ебала, нахуй. Да. Прям переосилить надо, я переосилю, я потом выдержу, смонтирую видео, все четенько. Это мой момент, я наслаждаюсь сейчас этим, на самом деле. Страшно, правда, сука, первый раз, потому что никогда не прыгал. Летать летал на парашюте, на море, а здесь вот первый раз буду прыгать. Халилуя. Вообще, там, такой замечательный момент. Правда, время немножко торможу, ну ничего, братец, потом ты прыгнешь. Ленька уже третий раз прыгал, он знает, как что-то вот. Ну все, полетели. Все, мир всем. На связи. И говоришь, просто отталкивайся и прыгай, да? Фу. Надо поймать этот момент. Хотел, знаешь, Лех, хотел как прыгнуть, оттолкнуться и вот так вот, как птица полететь. А что-то пиздец очково, нахуй. Дело прошлое, мужики, реально. Просто отпрыгиваю и лечу. Отпрыгиваю и лечу. Просто все четенько, я доверяю вам, ребят. Блять, вот это да, вот это да. Вот сейчас просто идет работа. Подталкивать не надо, сам прыгну. Стоит же осмыслиться, озадачиться. Вот такой вот я человек, что сделаешь? Все мы разные. Леха, тебе это знакомо, да? Да. Ты на опыте, потому что 9 лет все быть. Все равно я поговорю с тебе, я все равно прыгну, я знаю, что я прыгну. Но здесь район заебанный. Ну, в плане того, что на велике кататься классно. Я
понимаю, опа. Братец! Снимаешь? Все. Все, давайте, брат. Давайте. Давай. Петельку. Блять, все равно страшно, мужики. Но я прыгну. Давай. Я прыгну, отвечаю. Давай, ёпта. Давай. Оттолкнуться можно, да? Не надо. Нет, садиться я не буду. Сука. Где чё? Когда счёт разгонят. Как? Ну, с 5 до дома посчитаем, вот разгонишь. Давай, давай тогда так. Давай, давай так же на исходное. Так. Просто вот реально работаю, не могу. 5, 4, 3, 2, 1, пошёл! Сука, видишь? Жить охота просто. Не, ну я спрыгнул себе. Давай, братан. Все. Просто спрыгиваю и все. 5-1 согласился. Надо по-любому. Прям по-любому. Мы сюда не просто уже так приехали. Прям пизда. Я ощущаю. Сейчас. Идет борьба. Все, прыгаю, Серый. Леха, Юрка, все, блядь. Подержите! Фу, блять, пацаны, вот реально. Надо. Давай, все, я прыгаю, короче, похую. Это можно не держать, да? Две секунды, да? Прям ломает, вот не поверите, отвечаю. Может, подтолкнете реально? Могу. Главное, руки вперед перенеси. Нет, ты не делаешь. Так же все стой, руки вперед так вот перед собой перенеси. Давай заново тебя начнем видео. Давай. Да, ставим просто.